хороший подарок 70-летию Победы. И, конечно, то, что мы планируем 8 мая провести крупное мероприятие с участием и поздравлением команды уже, когда соберется весь город, когда уже соберется вся область. И, соответственно, хотелось бы в преддверии 70-летия порадоваться и показать, что российский спорт всегда богат талантами, богат характерами и, конечно, в первую очередь педагогами. Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Мы всегда готовились, к хорошему готовимся, настраиваемся на хорошее, а команда образовалась в ходе сезона, то есть поэтому мы уже по ходу начали корректировать планы. Мы в чемпионате хорошо, достойно выступили. Четвертое место в общем, значит, в Поволжье, второе, третье на Востоке. То есть и на плей-офф мы уже, у нас уже вернулись ребята из высшей лиги. То есть команда была хорошая. Мы хотели как можно выше подняться просто, боролись до конца. А дальше уже игра показала, что ребята способны на многое. Чайка! Чайка! Мы с силами администрации организуем парад. Проезд ребят по центру города, по крайней мере, для этого и автобус позаботимся, чтобы был, сделаем на высшем уровне. Это первое. Второе, конечно, нужна благодарность команде «Чайка» создать максимум условий для того, чтобы у них не было никаких проблем, и они продолжили свое развитие. Третье, очень важно для ребят, нужно изменить подход, в том числе и руководство тренерского штаба хоккейного клуба «Торпедо», привлекать ребят к сборам, вот сейчас, которые будут у нас уже подготовки к новому сезону, использовать их активно. Пусть, может быть, не с этого сезона, но ребят нужно взять нашу систему. Ну, радости нет предела. Мы очень рады, что мы сделали такой праздник в первую очередь для всего города. И, может быть, мы гордимся даже этим, что мы сделали вчера. Приятно! Приятно! Спасибо, спасибо. Приятно! Любая шайба, наверное, была важная. А, неважно, там, например, что да, я забил там какой-то гол. Мы забили, наверное, всем звеном, всей командой. Мы добыли это все всей командой, в принципе. На самом деле, это все команда.